Их называют полиция. Нет, мусоры. Отдел розыска паровозов. И что, у нас сейчас часто паровозы крадут? Это фамилия моя, Паровозов. Показать свою стяжку. Покажи. Стяжку. Шикарно. Пупсик, я еще и так могу. Ага. Он ко мне лез, он ко мне домогался. Я считаю, что это не по-крестьянски. Проснись. Куда едешь? Куда едешь? Альберт, едешь куда? Домой. Домой? Да. Как зовут? Андрей. В каком городе? Ставрополь. В Ставрополе сейчас находишься? Какой сейчас год? А? Год какой сейчас? Андрей. Год какой сейчас? Андрей. Что Андрей? А? Бэ! Лёша, иди скорее сюда! Чё там? Тут грибной дождь, можно вырасти. Ну и чё? Доставай пипиську. Зажимаем кнопку включения, цифру 5 и кнопку ОК. Ждем 5 секунд. И, ребят, телевизор становится сенсорным. Это работает почти на всех телеках. Лично у меня простой LG. А еще прикольно, таким свайпом оно выключается. Куиша! Пойдемте спросим, что дети хотят на Новый год. Что? А что вы хотите на Новый год? Машинку на радиоуправление. Машинку на радиоуправление, а ты что хочешь? Электрический лобзик. Лобзик? За... С набором пилок. Зачем тебе? У меня фанера дома, пилить надо. Ник, ты знала, что никто не может засунуть яйцо в рот? Но ты мне засовываешь глаз. Она была у курицы в жопе. Давайте без меня, пацаны! Я смотрю, что у вас своя лошадь. Как зовут? Кого? Коня? А, нет, это куда? Мне женщина помахала. Но она не очень.
План на декабрь. Надо посраться со всеми до Нового года, чтобы никому не дарить подарок. И 1 января, пока все бухие, надо помириться. Да, хороший план.